День военно-патриотического воспитания и информирования прошел в Полоцком кадетском училище. Учебное заведение посетили представители командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны 377-го гвардейского зенитного ракетного полка Военной академии Республики Беларусь. Гости рассказали о работе и перспективах военнослужащего, учебе и поступлении в высшее учебное заведение. Мы нацеливаем на целевую аудиторию именно из числа мотивированных молодых людей. Готовить, что называется, с такого возраста, когда ребята еще что-то впитывают, хотят, стремятся, у них глаза горят. Это очень здорово. Контакт, конечно же, получился. Вот этот исторический дух Полоцкого кадетского корпуса с 1835 года, он прослеживается, безусловно. Учителя – это бывшие военнослужащие, это пенсионеры. Руководитель Станислав Константинович Красовский – это человек, который столько лет отдал службе в армии. В ходе выступления учащиеся узнали о том, какие перспективы дают военное образование, в чем заключается труд военного человека. Сегодня ребята носят кадетские погоны, в ближайшем будущем они станут курсантами, затем офицерами. Я поступаю в военную академию на факультет внутренних войск. С сегодняшней программы я узнал очень много о факультете противовоздушной обороны и о факультете авиационной. Подробно нам объяснили жизнь авиации и противовоздушной обороны, узнал про факультет, про то, кем люди становятся после данного факультета. Очень понравилось, но жизнь тянет все-таки не на воздух. Я подробнее узнал о авиационном факультете и противовоздушной обороны. В принципе, вспомнил для себя устройство военной академии, сроки обучения, обеспечение курсантов. Собираюсь продолжить обучение уже в Институте пограничной службы в Калининграде. Полоцкая земля – это земля традиционно ратной славы. События 812 года, события Первой мировой войны и, конечно же, события Великой Отечественной войны. Очень много земляков, выходцев с Полоцкой земли и вообще, кто проходил службу на Полоцкой земле, либо это военачальники, либо люди, достигшие каких-то определенных результатов, но самое важное – патриоты своей страны. Чтобы определиться с профессией, в ближайших планах кадетов посещение воинских частей в Полоцком районе, Островце, 61-й истребительно-авиационной базы в Барановичах, 116-й штурмовой авиационной базы в Лиде. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.